погребе сидели 2 недели. Ну, пища была, но не было ни света, ни газа, ничего. На свечах грели воду, чтобы согреться. Бутылки сюда ложили, чтобы теплую воду пить. В валенках как были, так и спали. Дуже страшно. 2 рази я вернулася з того світу. Один раз вистояв із кімнати, і пуля попала, пробила вікно і стекло, і в шкаф застряла. А другий раз осколок снаряда чуть в ногу не попав. We have to be very clear. I think there's a lot of evidence that Putin is simply taking his troops out of the northern part of the country to redeploy them to the eastern part of the country to relaunch a battle there. So I think there have been victories for the Ukrainians so far, but this war, sadly, is far from over.